данный момент делаются пандусы, а контроль, как я вижу, не производился, потому что вот сам инвалид не смог самостоятельно заехать как раз-таки в Патриотический центр Победа. Только с помощью постороннего человека он туда заехал. Как сесть в транспорт, тоже вопрос такой щепетильный, может ли инвалид сесть или нет. И мы в данный момент убедились, как на втором автобусе уже только мы смогли туда попасть. В аптеку, которая как раз льготники и в основном инвалиды, спокойно не могут попасть в аптеку. То есть вот эти вопросы все самые такие глобальные, самые щепетильные, и они, получается, и практически нереализуемы.